В Баку стартовала 24-я Азербайджанская международная выставка и конференция телекоммуникаций, инноваций и высокие технологии «Багутель-2018». Сейчас с нами на прямой связи из Бакинского экспоцентра выходит корреспондент CBC Эльмира Мусазаде. Здравствуйте, Эльмира. Расскажите о том, как проходит выставка и сколько стран принимают в ней участие. Здравствуйте, Эльнара. В Баку проходит неделя высоких технологий. Стартовала она с 24-й Азербайджанской международной выставкой и конференцией телекоммуникации, инновации и высокие технологии «Багутель-2018». Несмотря на то, что выставка открылась всего лишь пару часов назад, я могу отметить широкий интерес, возникший к данной выставке. Здесь представлено огромное количество компаний, представляющих самые передовые разработки в сфере ИКТ. В этом году здесь представлено свыше 200 компаний из 20 стран мира, что на 16% больше, чем в прошлом, 2017 году. К слову, в этом году также возросло количество дебютантов. Их количество составляет 30% от общего числа участников. Также в этом году на выставке «Багутель-2018» будет представлено свыше 100 стартапов, которые смогут предложить свои самые передовые разработки, идеи в различных областях. Это может быть как туризм, общественный транспорт, так и абсолютно различные сферы социальной и общественной деятельности. Рядом со мной сейчас находится один из организаторов данной выставки, который расскажет, в чем уникальность выставки этого года, какие компании представлены и в каких областях они представляют разработки в сфере инновационных технологий. Да, конечно. Хотелось бы поделиться, что именно с этого года наша выставка называется уже Азербайджанская международная выставка по телекоммуникациям, инновациям и высоким технологиям. И в этом является акцент именно выставки этого года. То есть в прошлом году она называлась у нас иначе. В этом году мы делаем упор на инновации и высокие технологии. На выставке представлены 230 компаний и стартап-проектов из 20 стран. Также у нас на выставке ежегодно участвуют страны с национальными павильонами. В этом году я могу назвать вам такие страны, как Беларусь, Иран, Италия, Турция, Франция, Хорватия, Словения и Америка, Соединенные Штаты Америки. Компании, среди компаний-участниц у нас и компании, которые предоставляют IT-услуги, компании, которые предоставляют проекты по электронной коммерции, а также на выставке посетители смогут ознакомиться с такими высокими технологиями, как 5G, умный город, интернет вещей. То есть все эти технологии будут представлены у нас на выставке. Участники сделают максимальный упор именно на инновации и высокие технологии. С каждым годом можно на самом деле заметить, что растет интерес к данной выставке. Вы только что перечислили количество стран-участниц, которые на самом деле возрастают. Как вы считаете, можно ли сказать, что с каждым годом Баку становится именно тем местом, который задает некий тон в развитии именно каких-то инноваций в данной сфере, в сфере ИКТ, высоких технологий? Да, конечно, не зря наша выставка называется выставкой международной, потому что именно сюда приезжают очень многие компании из разных уголков света. И здесь они представляют свои инновации, и выставка занимает лидирующее положение во всем Прикаспийском регионе и одно из лидирующих мест по именно СНГ странам. В следующем году выставка будет отмечать свой юбилей, 25 лет. Какие уже есть планы, разработки касательно проведения выставки в следующем году? Конечно, 25 лет – это для нас очень значимая цифра, и мы будем к ней готовиться. Не хотелось бы сейчас раскрывать всех сюрпризов, но мы можем пообещать и гарантировать, что как для участников, так и для посетителей выставка откроет новые возможности, новые интересные опции. То есть это будет гораздо интереснее. Мы стараемся сделать каждую нашу выставку интереснее, чем предыдущие. И 25-летняя отметка будет не исключением. Хочу отметить Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики за поддержку, оказанную выставке. Спасибо вам большое. От себя я отмечу, что выставка продлится вплоть до 7 декабря, а наша съемочная группа продолжает следить за ходом выставки и конференции «Багутель-2018». Студия. Спасибо, Эльмира. Я напомню, с нами на прямой связи из Бакинского экспоцентра, где проходит 24-я Азербайджанская международная выставка и конференция телекоммуникации, инновации и высокие технологии «Багутель-2018» была моя коллега Эльмира Мусазаде.